На брифинге для журналистов региональных и федеральных СМИ Максим Егоров рассказал о реформах в администрации Тамбовской области, которые вступят в силу 26 сентября. Вместо областной администрации теперь будет правительство, а вместо управления департаментов – министерство. Избранный глава региона отметил, что это будет не просто смена названий. Изменения затронут саму суть работы всей системы власти. Все отделы должны работать сообща друг с другом. Самая главная задача, которая ставится, и принцип работы, который ставится перед администрацией области, теперь будет ставиться перед правительством, это командная работа. К сожалению, в прошлые годы у нас были моменты, это я здесь... Неоднократно тоже мы это обсуждали с вами, у нас было лебедь, рак и щука. У нас одно управление не знает, что делать другое. Такого не будет, мы работаем все вместе или не работаем. У нас нет твое, мое, его. У нас есть одно. Процветание Тамбовской области. И жители, которые здесь живут. Нету мое, это моя поляна, это ваша поляна. Такого не будет у нас. Одна из главных целей реформы – повышение ответственности глав городов и районов перед жителями. Если руководитель муниципалитета не справляется со своими обязанностями, то глава региона может отправить его в отставку, чего раньше не было. Я часто езжу просто сам по районам, никто не знает. А потом главе района звоню и говорю, а что вот здесь такое происходит? Вечером, утром. Поэтому сейчас глава района всегда знает, что я могу появиться где угодно и когда. И задать вопрос, а что это такое? Поэтому я думаю, что наши главы района тоже меняются и должны меняться. Избранный глава Тамбовской области поделился планами на будущее. Он рассказал о проблемах, которые нужно решить в ближайшее время. Среди них водоснабжение, развитие образования, здравоохранение, а также качество дорог в районах региона. До конца следующего года в Тамбове должны отремонтировать здание областной филармонии. А еще в течение нескольких лет власти планируют очистить канал и русло реки Цны, а также участок Студенца. Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, Максим Егоров рассказал о развитии тамбовского футбола, внутреннего туризма, ремонте аэропорта и многом другом. Николай Теплов, Тволк, городские порталы.